Сегодня у нас на распаковке очередной смартфон из Китая. Ну что, давайте смотреть, что внутри. Так, стекло от телефона мы уже резали. Давайте просто с кулака. Как говорится, чтобы фокус сработал, надо дунуть. Ну, надеюсь, вы все дунете. Я-то дуну точно. Раз, два. Так, ну что, это еще не все. Давайте еще раз. Раз, два. Итак, что мы тут имеем? Realme X50 5G. Ну, тут Magia China Friend писал. Здесь у нас 664. Тут тоже много букв. Ну что, давайте смотреть, что внутри. X50 это такой, знаете, слегка прокачанный Realme 6 Pro. Но вот в чем прокачанный? Вот это мы посмотрим в обзоре, а сейчас глянем, что тут у нас с ним идет. Так, чехол, так сказать, резиновое изделие номер 3. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, йоу. Стекло. Ну что ж, стекло. Стекает. Так. Ёпту, еще стекло. Что за аттракцион невиданной щедрости? Угу. Еще стекло. Блин, нормально. Так, сам смартофей. Или как некоторые говорят, смартофон. Ух ты, вот это... Ебатюшки мой свет, вот это пушка. Она весит, блин. Ей голову кинешь, убьешь нахрен. Realme, это у нас VOOC зарядка на 30, по-моему, что-то на 30 ватт, если мне память не изменяет. Так. 5 вольт, 6 ампер. Нихера себе. 6 ампер. Ну, 30 ватт, да? Ну, в математике-то мы все сильные. Ну, тут по понятным причинам. Type-C. Он идет специальный. Именно для вот этого телефона, для вот этой зарядки. Там скрипчанский у нас. Для лотка с симками. Симки у нас SIM-1, SIM-2. Короче, просто для двух сим-карт. Никаких тут карт памяти. Ничего не втыкнешь, не всунешь. Так. Чуть-чуть подуберем все это дело. И что, давайте вот это открывать. Уф. Новенький. Люблю это делать. Так. Ну тут просто переливы в глазах. Темнеет, светлеет, не знаю, все одновременно. Ну, такое ощущение, что это стекло. Да. Это, ребят, стекло. Задник из стекла. Боковуха, конечно, похож на металл. Но китайцы, они такие. Они могут так сделать боковуху, что ты ее хрен от настоящей отличишь. Хотя она будет из пластика. Встроенный в кнопку включения у нас сканер отпечатка пальцев. По традиции, на левой части у нас качель. Ну, не качель, кнопки громкости больше-меньше. Сверху у нас микрофончик шумоподавления. Здесь двойная камера. Внизу у нас перфорация для динамика. Type-C разъем и слот для карты памяти. Ой, для симок. Слот для симок. Ну что, сзади тут... О, ёпт, все измазалось уже. Вот ваши эти все красоты. Конечно, это все красиво, но мажется все диким образом. Тут у нас 1, 2, 3, 4 камеры. 64 мегапикселя тут будет. Ну, естественно, они тут все умные, да аж плакать хочется. Так, включаем. Работает. Так, ну, Realme, если кто вдруг не знает, я фиг его знает, есть такие люди. Нет, Realme это у нас суббренд. Очередной суббренд компании BBK. То есть у него там вот этих суббрендов пальцев хрен хватит. Ну вот есть телефонный, значит, OnePlus, есть Vivo, есть Oppo, есть Realme и еще один суббренд
Айку, ну, распаковку буквально вот вы могли видеть день назад. Вот Айку — это суббренд Vivo. Ну, как говорится, где Vivo, там и BBK. Так, ну что, давайте подключаться к роутеру. Кстати сказать, ну, как вы догадались, да, 5G у нас — это не 5G симки, это 5G 5 ГГц, да, двухдиапазонный. Блин, я уже сейчас вижу вот это вот тут, частота 120 Гц экрана, ребята, это уже видно. Это вот реально, как вот он перемещается, это, ну, блин, не знаю, передаст вам это все дело камера. Кстати, сейчас я снимаю в 60 FPS, эта съемка ведется на телефон Айку U1. Ну, как раз знакомые пиликалки. Как раз и посмотрим, как он снимает. Мне самому интересно, потому что я пока попробовал только переднюю. Так, на сотовую. Давай задать пароль. Давайте все позже. Да все позже. Хайтап. Я такое не знаю. Журналы, обои для автоматически в ночное время. Ну, пусть будет ночное время. Поучаствовать в тестировании. Да пусть. Вот. Опис, разреж, код, треп. Это польская курва. Писака. Польская писака какой-то писал. Опис, разреж. Да я принимаю. Заяв, ну туда же, это та же польская писка. Импорт данных, да позже. Почему не пизже, я не знаю. Но может и пизже. Так, вот собачонок уже радуется. Блин. Ну, не без этого. Сами понимаете, вечер на дворе. 0.45, конечно, это не то время. Ну, где-то часов 8 сейчас уже есть на дворе. Поэтому сейчас у них вечерние переклички. Так, далее. 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 Окей. Блин, не, вот. Ну, по-другому он, понимаете? Он по-другому. Я фиг его знает. Это, наверное, только на замедленной можно показать. Ой, 5G здесь поддерживает телефон, то есть в России как таковой 4G еще не везде есть, но 5G поддержка, сейчас вот мы тут вышки построим, их и не побожгут, если вот эти вот аутисты, вот эти, которые думают, что 5G там коронавирус и прочую херню, вот если их не посожгут, то может когда-нибудь и 5G у нас появится. Будет ли он работать в этом диапазоне? Как говорится, в душе не знаю. Я еще так глубоко не занимался этими вопросами. Тут обычно 4G работало, а 5G это все... Это прям вот не сегодня, не завтра, и даже, я думаю, не послезавтра. Так, китайщина. Удаляется вся. Удалить Realme. Что, прям всю корпорацию. Так, здесь нихера не удаляется. Тут. О! Ребята, кэмл какой-то, я хрен его знает, что за кэмл. Экран здесь IPS 653, по-моему, если не память не изменяет. 760, отлично, 765 снап. Ну вот это прелести, конечно, китайского телефона. Ну, точнее, не глобальной его версии, будем называть это так. Вот. Излаялась, дорогуша. В Инстаграме мою собачку могли видеть. Она там отлично с таким довольным видом стояла в воде. Прям по самое передать невозможно было, довольна. Так, с Гуглом... Тут, как говорится, пока я ничего не вижу, похожего на Гугель. Нет тут ни хера никакого Гугля. Так, ну, с одной стороны, для некоторых это прям, ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гугла нет, помогите, спасите. С другой стороны, ребята, Google здесь ставится, я думаю, с полпинка. Мы его поставим либо через АПП, либо через магазин, там, который вот оно... Вот, маркет этот. Вот. Через китайский маркет поставим.
Но, ребята, я поставлю только те сервисы, которые реально гугловские мне нужны. То есть, не знаю, там Play Market я поставлю, Play Игры и Google Pay. Больше мне там вот эти вот Play Music, такие Duo, Шму, которые лезут в интернет, которые вам постоянно будят телефон, там жрут батарею. Видал я этот весь Google. У гробу, у белых тапочках. Так, яркость. Максимальная, минимальная, ну, не знаю, яркости, ну, блин, вот в IQ U1 яркости, по-моему, побольше было. Так, визуальный эффект какой-то там для четкости видео, вот это и так все неплохо. Так, затемнение, NFC есть. Ну, опять же, ребята, будет это все работать нормально или надо будет с бубном тут плясать? Только в полном обзоре. Сейчас не могу ничего сказать. Так, давайте в настройки полезем. Ну, тут ничего такого криминального нет. Я ожидал, что тут какие-нибудь китайские будут иероглифы. Нет тут ничего. Так, строка состояния и уведомления. Смотрю, показывает всплывающие подсказки, значок. А вот оно. В значке аккумулятора. Так, аккум тут, по-моему, что-то под пятеру. О, уже и жесты выставлены. Угу. Так, экран. Так, что у нас? Забота о зрении. Темная тема есть. Во. Ну, опять же, темная тема положительно сказывается на энергопотреблении только у экранов AMOLED. Все остальное, блин, это, ребята, так, это ни о чем. Так, полноэкранная частота, ага, видите, 120, 60, ну, опять, вот, судя по Realme 6, 90 и 60 Гц, разница в энергопотреблении была там минимальная. Поглядим, что здесь. Так. Брено. Это что такое? О-о-о. Идите нахрен. Я вас не звал. Все, понятно. Брено, мы потом все это посмотрим. Звуки. Давайте, что у нас со звуками? Звучит неплохо. Я уже сейчас чувствую, что звучит неплохо. Ну, могли бы, конечно, стерео сделать. Но... звучит неплохо. Очень неплохо. Так, нажатие на экран, блокировки экрана, виброобнис, звук преодоления, Dolby Atmos уже... установлен, то есть для улучшения качества звучания. Нет, потом все, подождите. Так, дополнительное устройство. А, видите, если сюда, а что сюда, куда ткать-то микрофон, ладно, хрен с вами, ну подключу я, захочу подключить микрофон дополнительный. 3,5 миллиметра это джека у нас. Как говорится, масленица. Нет тут его. Вот нехорошие люди. Повыпили, блин. Да. Ну что ж, Bluetooth наушники спасут и в этом случае. Ну вот здесь выбор типа с чего записывать. Со встроенного микрофона, либо с наушников. Я думаю только по Bluetooth больше. Ну либо же через переходники, я хрен его знает. Микрофон, по-моему, через переход на Type-C хрен работает. Во всяком случае, на Lenovo, но у меня на Z5 Pro JT он не работал. Так, время, язык, дополнительные настройки, диспетчер процессов. О, все, много всего интересного. Но у Realme, так сказать, не сверх такая заковыристая оболочка. Это Realme UI. О, новая версия, 366 гигабайта. Йоу, 10-й Android, там все понятно, чуть позже. Так, давайте о телефоне. Realme X50 5G, Realme UI версия первая, точно так же, как на C3, на C11, на 6, 6 Pro, там все везде одна версия первая.
6 гигов, 765G, это гейминговый, с поддержкой 5G, 64 гига встроенный, есть варианты, еще можно купить 128 и 256, и, ну, сегодня, я думаю, к вечеру там ролик выйдет, может быть, завтра, торопитесь, там на Али там распродажа идет, я разные промокоды там у себя в группе в ВК публикую. Ты, кстати, подписался? Вот пройди, ссылка там для кого? Пойди, подпишись там, мне приятное сделаешь, так сказать, своим аватаром в моей группе. Может, там что-нибудь интересное расскажешь. Может, я послушаю тебя, скажу, вот ты молодец, там какой-нибудь Петька, Васька, вот ты молодец, красава, вот это подсказал. И вот тебе в обзоре там уже все, выражая благодарность и прочее такое. Так что вот там в описании ВКонтакте, Инстаграм, там все вот это вот чушня педали. Так, ну блин, чувствуется плавность, конечно, ну просто запредельная. Так, что я хотел. Ну давайте, не знаю, что, фоткнуть, может быть, чего-нибудь, мелкий текст какой-нибудь. О-хо-хо, больше оговорки для ПО камеры. Оговорки. Это потрясающие фотографии. Понятно. Оговорки. Не надо мне местоположение. Обойдусь я без местоположения, я думаю. Так, что? Макросъемка. Видите? Это гребаный, мать его, интеллект. Текст. Сейчас мы попробуем. Ага. Через два он так уже будет, да, фокусироваться. Ну чё? Так. Принимаю. Тонакан. И не помещается в стакан. Ну, нормально. Нормально. Фокусируется нормально. Фоткает нормально. Что еще тут? Это у нас что? Это двукратное приближение. Это что? Пятикратное. Это широкий угол. Да. Ну, это все мы посмотрим на... Так, 64 мегапикселя. Еще. Ультра-макро. Замедленное. Ну, ночь. Все, как говорится, все по стандартам. 4 к 3, 1 к 1. Фу. Водяной знак. Давайте включим пока мест, чтобы вам на обзоре было проще все это дело рассматривать. Блин, ну прикольный телефон. Магазин тем, ребята. Вот на Realme C3 недавно мы другану покупали. Там тем нет. Здесь какие-то темы есть. О, да все принимаю, ладно, я мужчина. Звучит гордо. Пленка наклеена, ребята, ну пленка козья. Прям вот козья по самой передать невозможно. Что тут? Ну давай, что? Новая версия. Ну вот, блин, выплывают, конечно, вот эти вот китайские иероглифы. Что тут? Футболки, куда, облака, кружки пивные. Обновить позже. Discover more. О-о-о. Купить. Понял? Тут купить. Угу. Ну, русскому человеку темы купить. Это ж надо догадаться. Темы купить. Ага. Сейчас все брошу и темы пойду покупать. Отлично. Виджеты, настройки. Живые. Ну-ка. Господа, вот из Realme, какого лешего вот сюда никакого-нибудь этого Ким Чен Ыра не захреначить? Ну, у всех же есть вот этот Ким Чен Ыр, который там в бинокль смотрит. Нет, не надо. Зачем? Где можно выбрать-то? Обложки, формат стандартный. Вот, прикольная тема. 5x6. Вот мне нравится, когда побольше значков влазит на экран. Так. Смахивание для блокировки, точку обновления, выбрать тему. О! Короче, темы есть, обои, шрифт. И даже мелодии можно разные скачивать. Йо! О! У-ху-ху-ху.
я ху-ху-ху-ху. Это выключить. Все, хватит. Во, стиль значка. Вообще, просто берете вот персональные и начинаемые. Углы скруглять, там закруглять, передний, задний, там поменьше делать, побольше, там значок маленький, большой, вот. Ну вот, обалдеть. Пожалуйста, любой каприз. Все, вообще топчик. Оп, все, значки поменялись. Да иди ж ты, лента. А, это лента. Ленту надо будет сейчас выключить. Лента нам не нужна никакая. Так, все. Класс. Все нравится. Пока нравится все, кроме того, что сейчас будем гуглы устанавливать. Чуть-чуть, конечно, поколдуем, потанцуем с бубнами. Ну, кстати сказать, вот забыл. Переходник-то положил китаец. А то вы сейчас скажете, о, стекла понакидал, а переходник забыл. Положил, все нормально. Так. Что, ждем обзор. Тем временем подписываемся на канал. С колокольчиком разбираемся там. Он у вас там в правом углу, не просто так. Мышкой жмем, все, там, чтобы уведомления приходили, что обзор вышел, там, тра-ла-ла и прочее такое. ВКонтакте. Ныряем в описание. Подписываемся. Смотрим новости. Там разного всего прикольного я публикую, мое почтение. Много? Нет, новостей много там. Не бывает. Самое интересное, все в ВКшке есть. В Инстаграме там смотрите, чекайте, что-то может быть там раньше, чем у всех будет появляться в Инстаграме какие-нибудь фоточки с телефонов и прочих чудес. Надо посмотреть, что к чему, какая цена. В описании ссылочка там на продавца. Ну что, все. Пока-пока.